Встречи талантливой молодежи с представителями региональной власти в Омской области – не новшество, так как правительство всегда открыто для инициативных идей и готово к конструктивному диалогу с молодежью нашего региона. Так, 19 ноября состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Омской области Андрея Новоселова, министра по делам молодежи Константина Подбельского с участниками международных, всероссийских, межрегиональных и региональных молодежных мероприятий 2015 года. Деятельность молодежного актива была оценена по достоинству. Вы занимаете активную жизненную позицию, стремитесь к получению новых знаний, ищете единомышленников для реализации общих идей, готовы принимать активное участие в развитии региона и страны. Участники встречи обсудили результаты поездок, оценили уникальный подход к организации каждого мероприятия, а также всестороннюю поддержку единомышленников. Сама атмосфера всеобщей такой помощи, поддержки, взаимного интереса друг к другу, она очень заражает и очень помогает в развитии своего проекта, в налаживании контактов. То есть у меня появились многие контакты с другими городами, с ребятами, которые там работают в других молодежных пространствах. Это очень здорово, и вот это больше всего меня зацепило. Многие представители молодежного актива отметили актуальность, насыщенность и практическую значимость организованных образовательных программ на форумах, которые помогли им в реализации своих проектов. Форум объединил много инициативной талантливой молодежи, которая была заинтересована в успешном развитии России. Было очень много талантливых мастер-классов, в том числе мастер-класс по созданию социальной рекламы. И множество других мастер-классов, на которых можно было учить много творческих навыков. Стоит отметить, что посещение международных и всероссийских форумов дает возможность популяризировать молодежные мероприятия нашего региона. Этот шанс наши активисты не упускают. Познакомилась на АТРе с участниками. Они были из Казахстана. В итоге я рассказала про наш молодежный форум «Ритм», так как второй год уже возглавляю пресс-центр. Ребята загорелись. Причем я объяснила, что наш форум, он региональный, больше направлен на то, чтобы поддерживать местные проекты. Тем не менее, ребята приехали к нам на форум, ни капли не разочаровались, приехали на направление патриотическое. А также к нам в пресс-центр приехала девочка из АТР, с пресс-центра АТР. С участием в молодежном форуме «Ритм» свою активную проектную деятельность начинали многие молодые активисты Омской области. Его значимость для молодежи, обладающей продуктивной идеей или ценным проектом, трудно переоценить. Такие форумы, они нужны, потому что они дают развитие не только твоему проекту, но и самому себе. Открываются возможности для общения, для того, чтобы найти единомышленников, для того, чтобы реализовывать более крупные проекты. Для реализации более крупных проектов и поддержки уже действующего бизнеса в 2015 году был впервые проведен форум «Ритм» для молодых предпринимателей с насыщенной образовательной программой. Победители форума получили грантовую поддержку, которая способствует развитию бизнеса молодых и идейных предпринимателей. Прежде всего, это создание еще одного рабочего места и снижение нагрузки на меня как мастера. Прежде всего, это позволит мне создавать какие-то серийные изделия с меньшими затратами усилий, а больше придать себя творчеству. В результате встречи представителями власти была определена задача максимальной поддержки ярких идей представителей молодежи, направленных на развитие региона. Позиция правительства Омской области по поддержке таких проектов, по расширению участия нашей молодежи вот в таких форумах, она однозначно будет развиваться и дальше. Это прекрасная возможность реализовать свои идеи, обменяться опытом, получить новые импульсы в развитии. И, конечно, те проекты, которые такую поддержку уже получили, те, которые поддержку будут получать, очень ценны для самореализации молодежи.